Традиционный чувашский праздник урожая Кирсари отметили на днях в Чебоксарском районе. Он уходит корнями в давние времена, когда по завершению уборочных работ пекся хлеб из зерна нового урожая, варилось пиво из свежего хмеля и созывались в гости близкие и родные. Именно в октябре, после того, как убран весь урожай с полей, наши предки начинали готовиться к празднику. Осеннее пиво варилось по особому рецепту. Порой на подготовку уходили недели. Хозяйки проращивали зерно, затем в овинах его сушили и готовили соло для пива. А в день основных гуляний обязательно пекли пироги, хуплу. Готовили национальные кушанья, тулдармаш, ширтан, шурбе, чешламу. На стол ставили каравай хлеба из нового урожая, круг сыра и бочонок со свежим пивом. Именно эти блюда и напитки можно было увидеть на столах и в этот раз. Жители каждой деревни Чебоксарского района постарались на славу. Никто не остался голодным. Праздник продолжался до самого вечера с песнями, частушками и танцами.